Итак, ребята, всем привет. Я еще нахожусь в городе Арнем. Все-таки аккумулятор моргает красным. Сколько могу, снимаю. Очень захотелось вам показать вот такую площадку детскую. Вот чем занимаются они выходные свои, голландцы. Вот смотрите, играются. Взрослые дети катаются там на качельках, на каруселях. Везде-везде. Вот сидят так в выходной и классно проводят время. На песочке что-то болтают. Солнечный день. До моста я еще не добрался, ребят. Так и катаюсь здесь. Что я вам могу сказать? Конечно, город Арнем, город Арнем, он интересный, но с Нейммегеном не сравнится. Я сейчас посмотрел улицы, которые у нас, знаете, какие вот такие маленькие, промежуточные, ну там небольшие. Есть немножко из забора обшарпанный, где-то шпаклевка отвалилась. Все равно, конечно, Нейммеген пока для меня самый красивейший город из всей Голландии, где я был в